На Кубани жаркая погода ускорила созревание хлебов. Все хозяйства Краснодарского края заранее подготовились к началу жатвы. В колхозе «Россия» социалистическое соревнование механизаторов возглавил опытный комбайнер Тихон Никитович Фролов. Убрать все зерно быстро и без потерь помогает хлеборобам испытанный ипатовский метод. 1400 уборочно-транспортных комплексов и отрядов действует на полях Кубани по методу ипатовцев.